Вера Липская, ведущая юбилейного вечера и исполнительница многих шлягеров, приветствовала сотрудников МФЦ старой, но любимой по сей день песней. Разнообразные документы и справки, за которыми люди приходят в МФЦ, пусть нужны им не на долгие года, но человеку, пришедшему к специалисту, важно, чтобы его выслушали без раздражения и правильно оформили тот или иной документ. Заявитель может прийти сначала попросить оформить ему регистрацию недвижимости, регистрацию права, а потом прийти следующий человек за оформлением паспорта гражданина Российской Федерации. Естественно, переключиться сложно, и помощь нужна всегда. Но сотрудники МФЦ справляются, помогая друг другу. Все больше и больше жителей пользуются услугами центра. На территории нашего района открывается все большее количество присутственных мест во всех поселениях, в 7 поселениях. Вот у нас уже засверкало 39 окон, пока что только по отчетности, но я думаю, скоро они заработают уже реально. Мы будем оказывать в любых ваших начинаниях любую помощь, которая только потребуется. Побольше проявляйте инициативы, и я думаю, что у нас с вами все получится. Работа с людьми сопряжена со многими трудностями, начиная от характера заявителя до сложности его заявления. Сотрудник МФЦ должен обладать многими качествами, среди которых главное место отводится профессионализму и доброжелательности. Все эти качества присущи сотрудникам МФЦ Ленинского района. Людмила Медведева, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.